По данному факту, в соответствии с действующим законодательством, в течение суток было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренное частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», а пропавший несовершеннолетний объявлен во всеукраинский розыск. Для установления местонахождения пропавшего были задействованы все силы и средства Криворужского гарнизона милиции с участием органов местного самоуправления, волонтерских гражданских организаций, средств массовой информации и других добровольцев, а также воинской части 3011. Розыск проводился 3 недели, к сожалению, в течение которого информации, представляющей оперативные интересы, которая помогла бы установить местонахождение, получено не было. 13 апреля 2014 года труп данного несовершеннолетнего был обнаружен в пруду по улице Невская, Жотневого района. По предварительным результатам осмотра места происшествия и вскрытия причина насильственной смерти не установлена. Причина смерти – асфиксия в результате утопления. На сегодняшний день уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины не закрыто. Находится в производстве Жовтневого районного отдела. Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, а также гистологическое исследование, по результатам которого будет принято решение по делу. От лица органов внутренних дел мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего.